Эту ночь с 11 на 12 января дончане провели в напряжении. Тревожные сообщения приходили отовсюду. Украинская армия еще не вела таких ожесточенных обстрелов города. Звуки разрывающихся снарядов были слышны повсюду. Стрельба, возня. Не поубивало семью детей. Еле спаслись. В доме вот сидели. В Петровском районе попадание снаряда вызвало пожар в гаражном кооперативе «Космос». Один автомобиль уничтожен полностью. Повреждены частные дома по улицам Рощинской, Павла Беспощадного, Лукьяненко. Я хозяин, у меня дома не было. Это первый острел? Да нет, уже не первый. Первое попадание. И вот там торчит с пола штука. Посмотрю, там под шкафом. Сейчас, подожди, я покажу. Ну, пора еще. Там он и снаряд в доме лежит, где-то полчетвертого примерно, вот это разбило, через крышу там все вообще. Дом развалить надо. Тут нету ни базы, ничего нету здесь, понимаете? Абсолютно. Тогда скажите, что у дедушки ж не знает, что тут у него снаряд есть, пусть тогда сюда приедут. Вон снаряд лежит там. Вот такой снаряд, он зашел вот так вот в эту. В Киевском районе в результате попадания снаряда повреждена подстанция Засядька-110. Обесточен северный водопроводный узел. Попадания снарядов зафиксированы по улицам Новороссийская, Новочеркасская, Новосенная, Депутатская, Революционная, Сочинская, Советской армии, Товарная, Панкратовой, Локомотивная. Осколками снаряда, упавшего во двор, выбиты стекла здания школы номер 56. Который номер этой школы? Номер 56. Донецкий и Киевский район? Да, Донецкий и Киевский район. Что вчера было? Ну, около 16:00 прилетел снаряд в футбольное поле, в результате чего порядка 60-70 квадратов стекла, остекления в школе просто высыпалось. Это первый раз? Нет, это уже третий раз. Причем перед Новым годом мы своими силами устранили все последствия тех попаданий. И вот опять. Несколько снарядов упали в Кировском районе, около шахт Лидиевка и Абакумова. Множественные разрушения и в Куйбышевском районе. Кроме подстанции «Засядька» и северного водопроводного узла, обесточены котельные 287, 270 КПД-2 и котельный микрорайон «Киевский». К несчастью, не обошлось без жертв. На улице Луговой, прилетевшим во двор снарядом, была ранена женщина. Ранение оказалось слишком тяжелым. Пострадавшая скончалась на операционном столе.